В преддверии выходных многие жители города стремятся заехать за продуктами в крупный гипермаркет. Парковочных мест становится все меньше. И порой водители идут на административное нарушение. Занимают места для инвалидов. Сегодня проводится рейд под названием «Инвалид». Такие профилактические мероприятия проходят согласно плану, однако ежедневно сотрудники ДПС ориентируются на выявление подобного рода нарушений. У водителя, который занимает такое место, должны быть документы, подтверждающие инвалидность первой или второй группы. Или же человек перевозит людей с ограниченными возможностями. Также на машине должна быть установлена табличка «Инвалид». В случае, если данных знака нет, либо водитель не является инвалидом, на него составляется административный материал по статье 12.19, часть 2, который предусматривает административный штраф в размере 5000 рублей. Дополнительно, если при составлении административного материала водитель не появляется, машина задерживается на специализированную стоянку. Парковочных мест на стоянке хватает, и они в большинстве своем пустуют. Водителям всегда есть где припарковаться, но они предпочитают места для инвалидов. Наверное, из-за их близости ко входу. Сегодня такая неосторожность приводит к эвакуации на штрафстоянку. Вы видели знак? Нет, не видел. Разметку? Так как у вас нет документов, подтверждающих инвалидность, придется на вас составить административный материал по статье 12.19, часть 2. Пройдемте, пожалуйста, со мной. Количество парковок в городе непропорционально количеству автомобилей. Порой занять свободное место просто невозможно. И тогда водители идут на отчаянный шаг. Но в отличие от других парковок, у торговых центров таких проблем не возникает. Я приезжаю все время, мне место есть. Вот сейчас инвалидно, тут вот это я подъехал. Понимаете, ребята, здесь, во-первых, мест много, здесь это вот когда... В других местах, где вот места мало для инвалида, вот там... А здесь-то всегда мест свободно. Водителей, которые ошиблись с местом парковки, эвакуировали. Другие же спешно покидали места для инвалидов. Можно сказать, что сегодняшний рейд увенчался успехом.